Кто-то бежит. Мама, мама, что мне с ним делать? Предупреждение. Если у тебя за спиной стоит мамка, советую тебе одеть наушники, так как в этом видео есть ненормативная лексика, то бишь мат. Ну а если ты крутой, а мама криминал парень или девчонка, то можешь сидеть без них. Всем здорово, народ, с вами Фрид. Сегодня мы поиграем в копии 5 на честь Фреддит. В общем, вам будет весело, мне будет страшно, так что поставьте лайк заранее, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Боже, зачем я так быстро говорю? В общем, вы все поняли. Поехали! Она очень похожа на Five Nights at Freddy's. Ага, дверь. Hello, bitch! Так, зачем мне что-то подкладывать? Не, это странно, это очень странно. О, паровоз! А для чего это? Закрой рот. Я не понимаю, что от меня хотят. А, паровоз! Нет, 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 паровоз. Да закрой ты рот, боже! Так, ладно. Никакого паровоза вроде нету. Только вот этот странный мужик, только я не знаю, что он от меня хочет. Вообще, он очень похож на серийного убийцу, но будем делать вид, что мужик вообще не в теме. Здесь первый, ну... Опять появился этот паровоз. Твою мать... Да боже, почему я этого, блядь, пугаюсь? Стой, Мика-чан, наркота... Как в это играть? Как... Закрой рот! Твою мать! Что это, боже, блять, было? А, нам объясняют, наверное, как стоит играть в эту игру. Опять он! Не делай так больше, грёбаная мышь! You have a Snickers cannon with you. Да я понял, что у меня есть Snickers! Захватит меня пугать этой мышью! Как играть в это? О, боже. Они пропали. Не, ну это очень странно, давайте скажем... А, боже, это Five Nights at Sonic. Какого хрена? Это шкафчики. Кто-то съел камеру. Слышь, ты ржущий ублюдок, я твою маму в кино... Кто-то бежит. Мама, что мне с ним делать? Как визжащая сучка, Аров. О, боже. You dead! То есть ты умер. На самом деле я немного даже испугался. О боже. Так, дверь. О, ну это лучший клон, который я видел. Это что такое? Ага. Здесь даже можно камеры листать, нифига себе. Да, да, я все понял. Что мне... Где Фредди? Здесь есть кто-то? Ребят, черт, это действительно страшно и достаточно громко. Этот придурок пропал. А куда он пропал? Как мне дверь закрыть? А, у меня и так дверь закрыта. А здесь? А, здесь тоже, отлично. Опа! Ты кто? Это утка? А! О! О! Ой, ой, боже, извините, ребят. Какого хрена? Что? А, это же утка! Так, ладно, надо пройти хотя первую ночь. Ну, все понятно. Есть утка, которая хочет нас убить. Это она. Привет, Утя. Она пропала. Мне жопа. Надеюсь, энергия не съестся слишком быстро. Что-то она естся очень быстро. Она естся очень быстро. Она естся бы очень быстро. Очень быстро естся энергия. Все. Five Nights at Mario? Ладно, я все уже играл, так что меня этим не удивить. Просто не удивить. По крайней мере, это похоже на оригинальный Five Nights. Только все очень громко, резко и противно. Так. Hello. Hello, hello. О, зато у нас there? Есть камеры. Oh, great. Замечательно. Well, to... Извини, чувак, я пытаюсь вникнуть игру. А, окей. Марио. Вот это вот уже...
странно. Так. Я что-то здесь видел. Грёбаный Марио, ты думаешь, ты меня трахнешь? Да я сам тебя трахну. Боже. Марио? Давай без этого, Марио. А, ты не Марио, ты Варио. Ха-ха-ха. Oh, my name is Варио. No Mario. The No Mario. О, боже, пришел твой брат. Он похож на Слендера немного. Ну, либо на... Как их там? Лепрекон. Либо на лепрекона. Да, ты похож на лепрекона, парень, да. Угу. Лепрекон. Варио! Oh, no, 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 Luigi! Your name Luigi! I know you! You idiot! Woo! Woo! Oh! What the fuck? Что произошло? Электрик, свет сломался! Свет? 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 Ёб твою мать, это же Варио! Что ты там забыл? А, я тебя в телевизоре видел, парень! Ты очень веселый! Это для меня, да, исполнение специально? Спасибо, Варио! Так и должно быть, ребят! Ну а я напоминаю, чем больше просмотров на этом видео, тем быстрее выйдет новый ролик. Так что показывай это видео друзьям. Все, всем пока!